Эти духи я купил своей красавице в самолете, когда летел из Баку в Москву. И купил я их за 70 евро. Искал в Duty Free нормальные духи, но что-то мне в Duty Free ничего не понравилось, или как-то так пофигистически относился к этому, но в самолете увидел, что есть и можно купить. Вот так поблескивает. В самолете. Сейчас вот открою, на паузу нажму, открою что-то внутри. Сейчас вот в прямом эфире буду смотреть, как это все выглядит. Вот. Коробочка. Хорошо, тут такая фиговина есть, можно определить, сколько есть, сколько нет. И можно пшикаться. Всякие нумерация всякая. Парфюм, пшикалка, запах приятный. €70 это нашими где-то, ну, если 100 евро, 9000, 70, ну где-то 6-7 тысяч стоит. Рублями, если говорить. Вот такие вот духи. Кому захочется таких же. Запах очень хороший. Ну, реклама была хорошая, что опиум, опиум. Поэтому я их, в принципе, и взял. Там можно было другие брать. Я эти взял. Кто захочет такие духи, отправляйтесь по ссылке внизу или в описании. И также можете в описании посмотреть в печатном виде с фотографиями, что это духи из себя представляют. Я думаю, девушкам будет понравиться. И коробочка. Флакончик тоже солидненький. Хорошенький такой. Оригинальненький. И с определением, сколько этих духов есть. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк этому видео, чтобы я знал, что вас это интересует. И в следующий раз еще больше буду про духи и про другой парфюм выкладывать видео. Удачи и приятного соблазнения мужчин.